очень вкусно. Мы это проверим. Кирилл, скажи, пожалуйста, что это такое ты нашел? Я предполагаю, что это краб. Вот сейчас на наших глазах пришла полиция, чтобы запрещать нам палить костры. Guten Appetit! Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Особенно, если вы хотите узнать что-нибудь интересное о Турции, о приключениях. В частности, есть они у меня, эти приключения. Буквально несколько месяцев назад мы вместе с друзьями поехали на берег моря, чтобы снять дикую еду для моего друга-блогера Романа. Посмотрите его канал. Так вот, пока мы это снимали, нас чуть не забрали в полицейский участок. Было много всяких приключений, но самое главное, очень красивая природа. Сейчас во время самоизоляции дошли руки наконец-то, и я смонтировал это видео. Большой привет всем участникам. Ну а вы присаживайтесь поудобнее и смотрите, что вас ожидает, когда вы приедете в Турцию. Какие красоты! Подписывайтесь, ставьте лайки. И сегодняшний выпуск посвящается турецкой природе и вкусной еде. Как это может совмещаться? Да вот так вот. Природа, вот она, смотрите. Вот она природа. А вот это участники экспедиции. Сегодня у нас очередная экспедиция в красивые места. И мы будем готовить уху. Точнее, будет готовить уху Рома. У него канал о дикой, вкусной пищи на природе, вот он, с хорошим настроением. Ну а мы будем за этим подглядывать и потом кушать, чтобы вам рассказать, так ли это вкусно, как он потом будет говорить у себя на канале. А ведь он будет говорить, что да, очень вкусно, мы это проверим. В любом случае, здесь как минимум красиво и очень атмосферно. Со мной друзья, вот за моей спиной Кирилл из Москвы. Вот, и Максим, который здесь уже обосновался и живет. Так что вся необходимая информация для начала видео есть. Остальное, думаю, по ходу будет понятнее. Вот, кстати, мы пришли оттуда, оставили машину достаточно далеко. И у нас получился действительно реальный поход. Так что начало положено. Что ты делаешь? Я настраиваюсь. Вот так вот надо снимать. Угу. А ты еще с камерой? А я буду туда наливать воду. Давай. Сейчас будем снимать, как наливается вода вот сюда. Там будет уха, ты, да? Ты в курсе, что это килограмма 4? А. Видишь, так это? Да. Вот опять же вот эти вот кусочки все. Потому что по-другому и не снимешь. И еще гимбал вот этот вот купили. И он упрощает довольно-таки. Не нужно вот это вот со штативом туда-сюда все. А перейти. Что такое гимбал? Объясни, я-то знаю. Стабилизатор. Стабилизатор. То есть можно будет ходить, и кадр будет ровный, да, как на штативе. Сколько примерно такая штуковина стоит? Я из Германии купил за 350 евро. Здесь она сколько стоит? Здесь 5000 лир, это... 800 евро, я думаю. Но вот. Здесь все дорого. Ну, в плане техники. Так что имейте в виду, можно покупать за границей, и это будет гораздо дешевле, даже если учесть транспортные расходы на пересылку. А тут вот другая сюжетная линия. Кирилл, скажи, пожалуйста, что это такое ты нашел? Я предполагаю, что это краб, бывший. Ага. В прошлом был и крабом. Он просто сидел на берегу, и его, видимо, уже выели всякие там мелкие звери. И он сухой. Как ты его назовешь и что ты с ним будешь делать? Ну, как назову, это время покажет. На что отвлекаться будет, надо же еще как-то. А делать буду, я его инсталлирую среди ракушек в подстолье. Что, серьезно? Вот сейчас на наших глазах пришла полиция, чтобы будет запрещать нам палить костры.
полиция просит нас документы показать. Вода закипела. Сейчас будем снимать в ускоренных темпах, потому что нам дали время до вечера. Пришли жандармы, сказали, что нельзя здесь оставаться на ночь. Вот, что, мол, здесь бананы. Вот. Вот. И на самом деле, если украдут, то нас обвинят в воровстве. Короче, владелец, которому мы не дали 40 лир за парковку машины, лишних 40 лир, вот, решил вызвать полицию и на нас накапать то, что мы подозрительные личности, которые воруют бананы. До захода солнца дает вам время, а потом уходите. Потому что если украдут бананы, виноваты будете вы. Вы приехали на машинах, та-та-та. Ну, короче говоря, они отреагировали. Ну, а мы, возможно, не успеем теперь снять видео. Ну, вот так вот. Короче, все переполнены эмоциями. Не очень хорошо, конечно, выходит, потому что хотелось снять как следует видео, но пока что-то не получается. Что делаешь, Ром? Я пытаюсь настроиться вот на это. На доске ты будешь резать овощи, да? Для ухи. Просто у меня маленько уже настроение, знаешь, такое, ни о чем. А что за рыба у тебя? Сёмга. Рыбьи головы и сёмга. Нет, головы и сёмга. Головы сёмга. Угу. Да, 5 штук. О, это капец. Как салата. Ничего. Будет самая замечательная уха зато. Сёмга. Несмотря ни на что. Сёмгашная. Сёмгашная. Какая уха! Класс! Да, все хорошо. Говорить не надо было. Так, давай, я неправильно давай. Понял задачу режиссерскую. Так. Заново давай. Давай. Вот. Сняли. Слушай, ну круто получилось, да, глянь? Да. А, знаешь, что еще надо сделать? Что? О, красота. О. Сейчас я их сниму, что ли это? Молодец, ну как ощущение после операции с крабой? Ты чувствуешь себя причастным к съемке большой? Тарковский кино? Курит просто вообще где-то в сторонке. Вообще кто я, кто Тарковский? Я сейчас такое снимал. Красавец, красавец. Просто вообще. Предлагаю. Он корову взрывал, кстати говоря, если помнишь, да? Да, помнишь? Да, да. Не очень хороший человек, как мы его называем. Гусары молчат. 61 плюс. Да. Вообще, ну все, надо блок-то делать.
Запомнил, как он все делал? Смещаем рому, и, короче, открываем твой влог, как ты будешь готовить. А, вот слышу! Мы тихонечко вползем в эту тему сейчас. Да, да. Сначала приготовим. Отвлечем внимание рома, сейчас пожрем это все, и потом тихонечко влезем в этот бизнес. Да, 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 да. Все нормально будет. Встречаемся в нашем новом влоге. Да. Дрова надо. Ни одно дерево не пострадало. Рома, что ты делаешь? Пытаюсь достать. Пытаюсь достать уху, то есть из ухи мяса, головы. У меня есть столько мяса, что я ее назвал мясом. Но я не знаю, что делать. Заварился. Думать. Настал ответственный момент. Думали, что дома тарелку оставили. Но нет, вот тарелка есть. Спасибо Кириллу. Сейчас будет дегустация. Кирилл говорит, что в кустах нашел. Врет. Я попробую сперва. Давай. Если честно, первый раз в жизни готовлю. Да? Ну, с почином тебе, Глеб Егорович, пробуй. Ну как? Вкусная! Вкусная? Да. Так, ну я сейчас быстро тогда рубану. Ну, ты хоть пробовал? Ну там, две ложки тут. Приятного аппетита. Спасибо, кстати, очень вкусно. Вот и моя очередь настала попробовать ушицы. Это, на взгляд, получилось наваристое, с крупными кусками картофеля и моркови. Есть и куски семги. Вот с нее-то я и начну. Потому что это, наверное, самое лакомое. Небольшие кусочки с костями, но очень вкусно. Саму шицу попробую. Как же это вкусно! Именно соли столько, сколько нужно, объедение. Guten Appetit!
мы и сняли очередное видео про то, как готовить в экстремальных условиях Уху. К нам и полицейские приходили, и долгий переход. Ром, огромное тебе спасибо. Хотел у тебя узнать, что же самое главное в сегодняшней Ухе? Какой секретный ингредиент? Почему она такая вкусная? Я даже не знаю, секретов тут нет. Надо просто стараться. Ну, хорошая компания, наверное, которая тебя поддерживает, которая помогает тебе. Вот такие вот грязные черные руки. Тут много маленьких секретов. Да. Ну, давай еще раз пробежимся по ингредиентам. Что, зачем нужно класть в замечательный казан твой, тяжелый? Слушай, на самом деле их много рецептов, так же как плов. Например, вот я делаю так, да, кто-то делает по-другому. Я кладу рыбу, а потом картошку, морковь, овощи. Да, я так делаю. Кто-то наоборот делает. Еще важно, у меня рыба была замороженная, например. И когда я положил, это был такой замороженный кусок. Поэтому мне еще вперед надо было класть. Да там она очень простая. Это же еда рыбака. Ты ее просто вот покидал, вот что было туда, и все. Лаврушку только не забудь, и все. Перец, соль. Ну вот он и весь секрет. Это красивое место, запомнится нам вкусной едой, хорошей компанией и очень-очень красивой природы. Вот мы сейчас идем и наслаждаемся. Посмотрите, какая природа, друзья. Невероятно. Сейчас чуть позже еще будет красный закат. Ну что, большое спасибо Максиму, Кириллу, Ром, тебе огромное спасибо и удачи твоему каналу. Назар, тебе спасибо, я бы не справился сам. Я думаю, что все вложили частичку своей души в эту Уху. В описании к этому видео обязательно будет ссылка на канал Ромы. Отличный канал, я от души рекомендую посмотреть тем, кто интересуется не только кулинарией, но и красивыми видами. Обязательно подписывайтесь и на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, объясняйте почему. Очень хочется, чтобы канал был действительно интересный и полезный. Есть у меня еще каталог недвижимости, кого это интересует, вы знаете. Ну и здоровья вам, приятного аппетита, афиат олсун по-турецки, дин дон дэй, маасаляма, гайдо, гиле-гиле, ну и наконец просто чао, друзья, пока. Чао-чао. Ого. В принципе, пресную воду можно найти везде. Слушайте мой указ. Наполнить бассейн морем, построить быстренько горы и по быстричку пару городов здесь.